Всем привет, меня зовут Антон, и это очередной концертный выпуск, в котором посмотрим, как прошло выступление группы Norma Jean в столичном клубе Volta. После просмотра не забывайте ставить лайк, дизлайк, подписываться на канал, а также изучать ссылки, которые указаны в описании к этому ролику. Приятного просмотра! We'll be right back.
Возможно, кого-то это удивит, но еще остались музыкальные жанры, которые я не видел вживую. И до сегодняшнего дня таким жанром был хаотик хардкор. Я долго пытался разобраться, что же такое хаотик хардкор, и перелопатив достаточно много ресурсов, пришел к выводу, что хаотик хардкор и маткор — это по факту одно и то же. В поисках я наткнулся на один какой-то далекий форум и сообщение одного парня, которое хочу процитировать. Во всей этой дисгармонии и беспорядочной дрочке разбирается четко идеальная просчитанная математическая структура, которая повергнет ценителей этого дела в дичайший экстаз. И сегодня на концерте Нормы Джин я в этом в полной мере убедился. Ту невероятную, крышесносную атмосферу безумия, которая творилась в Вольте 30 сентября, довольно сложно передать словами, и я четко убежден, что если вы хоть как-то принимаете подобную музыку, то на такие концерты нужно ходить самостоятельно. Если рассматривать техническую сторону концерта, то в очередной раз скажу, что меня Вольта с каждым разом радует все больше и больше. Стоит отметить вентиляцию, которую, ну, лично я почувствовал, стоя только справа от сцены, но она была и не дала таки сдохнуть посреди выступления. Также хочу отметить хороший звук. Лично мне он очень понравился, но, почитав отзывы, я увидел, что многие остались им недовольны. И я хочу сходить на концерт группы подобного жанра в такое место, где абсолютное большинство людей согласится с тем, что звук был идеальный. Как они, блин, тогда будут звучать? Если подводить итог всему вышеобозначенному, могу сказать, что неподготовленному слушателю, ну, будем объективны, такая музыка и этот концерт не понравится. Но если в вашей жизни присутствует хардкор, пост-хардкор, дедкор, металкор и другие всевозможные ответвления панка и хардкора, то на выступлении группы Нормы Джин вы почувствуете себя в своей тарелке. На этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм проекта, на мой Инстаграм, подписывайтесь на чат в Телеграм. Все ссылки в описании. Обязательно смотрите, читайте, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, оставайтесь на связи. Меня зовут Антон Павлов. Пока-пока.